Салам, шалом, привет. Ух, как отбомбили. Короче, Захар, смотри, вся Бурдж-Халифа спеется уже как под Рождество. Надеюсь, вы немножко успели посмотреть, что там происходило. Привет, привет. Yeah, it was very good. The next one will be in 30 minutes, but I will not be here. Maybe next time we'll show you a little bit more. But this was kind of the end of it. But still a good idea, I believe. О, Димон, здорово. Как там Москва? Так, ребятки, на следующие фонтаны я не остаюсь, уже иду обратно. Я зашел купить подарки и решил вам показать фонтаны немножко. Расслышать. Видите, как Бурдж-Халифа светится? О, сори. Вот. Ладно, друзья, в следующий раз будет чуть-чуть побольше фонтанов, меньше меня. Так что будет... Будет на что посмотреть. Но если кто-то сейчас только присоединился, я расскажу, как тут все устроено. Тут смотровая площадка. А вот там разные такие штуковины стоят в воде, которые, соответственно, создают этот поток воды в фонтане. Да? Это адрес. Вот. Еще показать вам. Там находится Old Town, кафешки. А где игрушки на елке? Вот скоро должны повесить. Скоро должны что-то повесить. На нашу елочку, так красавица. Так что так, ребята. Тоже жилые дома. Ну, в общем, как-то так. Ладно, давайте будем на связи. Если еще как-то задержусь, то включу вам полную версию фонтанов. Если нет, то в следующий раз.